Приветствую вас, друзья мои! Вы готовы к новой прогулке? Тогда начнем ее с моста Эмилия, или Понте-Ротто, в переводе означает «сломанный мост». Этот мост считается в Риме самым старым каменным мостом. Когда-то он соединял бычий форум с районом Трастевери, но после наводнения в конце XVI века мост обрушился. Сегодня мы можем видеть лишь небольшую часть моста, которая гордо стоит в Тибре. Остров Тиберина – это самый крошечный остров, который находится на реке Тибр. С берегами остров соединяется двумя мостами – Честио и Фабричио. Очень давно на острове находился храм. Потом остров стал приютом для больных. В наши дни здесь работает больница и роддом. Летом остров оживает. На набережной ставят маленькие ресторанчики, где можно поужинать и выпить аперитив. Очень красивое место. Всем советую сюда прийти. Мост Честио. А на этой стороне острова можно посмотреть фильм «Под открытым небом». Еще совсем раннее утро. Торговцы потихоньку готовят товар к продаже, а я уже гуляю по Риму и наслаждаюсь прохладой летнего утра. Это фонтан 20 века. В центре – овал с гербом кардинала, владельца Палаццо делле Канцеллерие. Здесь же можно увидеть шляпу кардинала, кисточки. А в нижней части овала небольшой цветок, из середины которого струится вода. Напомню, что фонтанчики в Риме питьевые. А теперь покажу вам секретное место. Уверена, что сюда редко кто заглядывает. Рядом с рынком Кампо дей Фьори на улице Пеллегрино слева находится арка, которая ведет во внутренний дворик, сохранившийся до наших дней средневековой атмосферой. Этот скромненький, маленький и малоизвестный уголок в центре города называют Арко дель Читари. Говорят, что здесь жила семья, которая занималась продажей уксусной воды, известной своей целебной силой. Она была полезна для почек, печени, селезенки. Здесь же находились их склады, где они хранили воду. Ачето в переводе с итальянского «уксус». Давайте немного прогуляемся по этому маленькому средневековому дворику. Иногда я просто поражаюсь таким уголкам, которые находятся в двух шагах от шумного и бойкого места. Я имею в виду рынок Кампо дей Фьори. Но пройдя в эту арку, можно отдохнуть от шумных и крикливых продавцов. Будете в Риме, загляните сюда и сделайте пару фотографий.
Сейчас складские помещения этого дворика используются для хранения товара рынка, который находится на площади Кампо де Фьори. Вот цветы повезли продавать. Сейчас я вышла на площадь Форнези. Площадь украшают огромные ванны. Также на площади находится огромных размеров дворец Форнези. Он принадлежал одной из влиятельных династий того времени, которые могли себе позволить все, что захотят. Но вот, например, привезли из терм Каракаллы две огромные ванны для того, чтобы украсить площадь перед своим дворцом. С этой стороны площади отходят две улицы – Виа дель Маскероне, по которой мы пройдем чуть позже, и Викола де Венти. Очень люблю ходить по узеньким переулкам и рассматривать входные двери, окна, а летом это что-то особенное. Многие окна увиты плющом и глицинией. Дом 16 века, дверь, обрамленная с двух сторон пилястрами того времени. Мадонна с младенцем. Здесь же рядом находится Палаццо Спада, в галерее которого есть картины Тициано, Гвидо Ренни и многих других художников. Когда я гуляла, музей еще был закрыт, но я вам рекомендую туда заглянуть. Если не внутрь, то хотя бы дворик посмотрите. Я вернулась на Виа дель Маскероне, которая названа в честь фонтана. Он венчает улицу. Пройдя по этой улице, я выйду на улицу Джулия. Первоначально этот фонтан не прислонялся к стене, как сегодня, а стоял отдельно. К стене его прикрепили только в XIX веке, когда шло укрепление набережной Тибра. Ведь улица Джулия проходит параллельно Тибру, а как вы уже знаете из моих рассказов, Тибр частенько выходил из берегов. В средние века улица Джулия считалась главной дорогой, даже если она сначала была извилистой и грязной. Но в начале 16 века папа Юлий II вместе с Браманте спроектировали первую прямую и самую длинную улицу, которая была длиной 1 километр. Новая улица должна была соединить Ватикан и Курию Юлия Цезаря на Римском форуме. Рядом с аркой, которая находится на улице Джулия, возвышается фасад церкви Санта Мария дель Орационе э Морте, которая украшена черепами по сторонам от входа. Эту церковь построили монахи, которые занимались погребением неопознанных мертвецов и утопленников. По улице Джулия проходило очень много паломников, которые шли в Ватикан. Многие не доходили и умирали прямо на дорогах. Здесь хранили неопознанных мертвецов. Именно поэтому церковь украшена декорациями на тему загробной жизни. Говорят, что все предметы интерьера в церкви, даже светильники, изготовлены из костей. Церковь уже длительное время на реставрации, я ни разу не была там. На церкви есть две мраморные панели для милостыни, на одной из которых написано «Сегодня для меня, а завтра для тебя». Рядом с церковью находится Палаццо Фальконьери. Дворец несколько раз реставрировали. Большой вклад внес архитектор Франческо Барамини. Он расширил здание и по обоим сторонам расположил пилястры в виде женского бюста, увенчанного головой сокола. Фалько в переводе с итальянского – сокол. Отсюда геральдический символ династии. Иду дальше по улице Джулия и захожу во все дворики, которые только открыты.
А здесь, с улицы Джулия, я свернула направо. Отсюда открывается просто удивительно красивый вид. Эти улицы желательно пройти каждому туристу. Но сегодня я вам чуть-чуть покажу и вернусь на улицу Джулия, чтобы открыть для вас еще одно интересное место. Это место будет полезно для тех, кто в Риме не первый раз и кому хочется заглянуть за занавес. Скажу сразу, это место всегда закрыто для посещения, но вам стоит написать электронное письмо с просьбой о визите, и специально для вас его откроют в назначенное время. Это место называют Оратория Братства Гонфалоне. Его еще часто называют маленькой Сикстинской капеллой, потому что его стены украшены фресками XVI века удивительной красоты. Я вернулась на улицу Джулия, поэтому указателю нужно пройти до конца улицы. Там находится Оратория Братства Гонфалоне. В этом здании находится маленькая Сикстинская капелла. Ее стены украшены фресками XVI века. В XIX веке, когда братство Гонфалоне перестало существовать, это место было заброшено. Помещение использовали в качестве склада. С 1960 года оратория стала концертным залом. Есть два варианта посетить это место. Заплатить 10 евро для индивидуального осмотра и сходить на концерты, которые начнут проходить здесь с 17 октября. Если вы уже заказали визит, то для того, чтобы войти, вам надо обойти ораторию и позвонить вот в эту дверь. Под видео в прикрепленном комментарии я оставлю сайт оратории, где вы сможете посмотреть фрески, расписание концертов и, конечно же, электронный адрес, чтобы заказать визит. Сейчас я пройду по мосту Джузеппе Мадзини и пойду вновь прогуляюсь по району Трастевери, который считается самым атмосферным районом Рима. Показывать Трастевери можно до бесконечности, заглядывая в каждый переулок и улочку. Но чтобы почувствовать атмосферу, ребята, нужно здесь гулять. А это еще один мой любимый дворик на Виа делла Лунгара. Давайте заглянем и сюда. Здание фасада увито жасмином. Вот жалко, что он уже отцветает. Зато начинают цвести гортензии. Миленькая кошечка во дворике. Вид с дворика на улицу Лунгара. Ну а сейчас, ребята, давайте прогуляемся по улице Лунгара, и закончится она у ворот Сеттимиана. По пути я зашла на территорию, где находится вилла Форнезина. Как я уже говорила, гуляю утром, и в это время вилла еще была закрыта. Вот решила прогуляться по саду. А здесь такое разнообразие цитрусовых деревьев, несколько видов лимонов, лайм, апельсины и даже кинотто.
Может, для кого-то из вас это новый фрукт? По вкусу он похож на апельсин, с необыкновенным, присущим только этому фрукту, горьковатым вкусом. Если будете в Риме, попробуйте напиток. Он так и называется – кинотто. Я просто обожаю этот напиток в летний период. Небольшой фонтанчик в саду и фасад виллы Форнезина. Ворота Сеттимиана отделяют улицу Лунгара от улицы Скала. В 275 году император Аврелиан решил построить дополнительную стену для укрепления Рима, чтобы защитить город от варваров. Эти ворота входили в эту стену. А сейчас эти ворота встроены прямо в жилой квартал. Перед вами дом 15 века. Здесь когда-то жила Форнерина, дочь пекаря, работающего в магазине на первом этаже. Форнерина была музой и возлюбленной великого живописца Рафаэля и частенько выглядывала из окна поприветствовать любимого, когда тот работал над фресками в палаццо Форнезина, где мы были с вами в саду. А сейчас в этом доме находится ресторан. Весь район Трастевери просто утопает в зелени. А это глициния. Ей, наверное, не один десяток лет. Утром, когда ресторанчики еще пустые, можно позаглядывать в каждый из них. Ведь именно в это время можно рассмотреть всю их обстановку. Несмотря на то, что о Трастевери говорят и пишут все, туристов здесь намного меньше, чем в центре Рима. А утром и днем вообще тишина. А многие, по-моему, просто не могут оценить по достоинству этот район Рима. Но я вам советую побывать здесь. А вы знаете, что на одной из улиц Трастевери растет дерево авокадо? На нем висит скворечник и табличка. А вот плодов я ни разу не видела. Говорят, что на этом месте стояла когда-то фруктовая лавка. Видимо, упал фрукт и проросла косточка. Вот такая история. У подножья одной из церквей находится скульптура «Бездомный Иисус». И написано здесь: «Я был брошен, а вы меня посетили». Эти скульптуры были поставлены у каждой церкви общины Сант-Эджидио в честь празднования 50-летия общины. Фонтан на площади Санта-Мария-ин-Трастевери появился еще в 15 веке, но воду подключили только через 2 века. Обветшалый фонтан надо было отреставрировать. И как вы думаете, кому поручили отреставрировать фонтан? Конечно же, Бернини. Он украсил фонтан двойными раковинами, приподнял его над землей и сделал ступеньки. И этот фонтан коснулась рука мастера Бернини. Трастевери обладает совершенно неповторимой атмосферой. Узкие улочки наполнены жизнью и колоритом местных жителей. Уютные переулки, которых здесь немало, подарят вам немного отдыха. Можно просто сидеть за столиками, попивая кофе и рассматривать атмосферные домики и улочки, а можно просто не спеша гулять по району.
Незаштукатуренные места на домах показывают нам, из какого материала сделано это здание. Такой миленький и маленький переулочек. Замечательное место для ужина. Возьмите на заметку этот ресторанчик. Говорят, что можно подняться на крышу этого дома, и оттуда открывается прекрасный вид на площадь. Еще один ресторанчик, ну как сюда не заглянуть? Вот так необычно оформлен переулок Атлета. Сегодня получилось очень длинное. В следующий раз я продолжу показывать вам церковь Санта-Чечилия ин Трастевере. Она построена в честь покровительницы музыки. И даже мне удалось снять на видео всю красоту, которая находится под церковью. А я на этом буду прощаться с вами. Спасибо вам за просмотр и лайк. До новых видео, друзья!